Всем привет! Меня зовут Ольга, и вы на моем канале «Северное вязание». Сегодня я хочу предложить вам связать вместе со мной вот такие вот замечательные носки женские с ажурным узором колоски. Эти носки мы будем вязать сверху вниз совершенно простым и традиционным способом на 5 спицах. Будем начинать вязание от резинки, от манжета, дальше вывязывать самую обычную пяточку и полукруглый мысок. Эти носки вяжутся очень быстро. Для их вязания вам понадобятся чулочные спицы номер 3 для вязания резинок и номер 3,5 для вязания основного полотна. У меня пряжа толщиной 100 грамм 350 метров. Лучше, если вы возьмете пряжу, в составе которой есть синтетика. У меня 100% шотландская овечья шерсть, и это не очень хорошо, честно говоря, для износа стойкости носка. Поэтому выбирайте пряжу, где есть хотя бы процентов 25 полиэстера или нейлона или что-нибудь такое. Вот эти носки, оба два носка, весят 55 грамм, то есть очень мало. Вязала я на свой размер, но немножечко так с запасом. У меня размер ноги 37, да, но я вязала где-то, грубо говоря, на 38 размер. В процессе вязания я говорю все по сантиметрам, да, где и сколько я провязала, так что, если, например, у вас размер ноги другой, но вы хотите связать, например, кому-то в подарок, у кого размер ноги 37-38, то вы можете воспользоваться моими мерками также. Ну вот, на этом я, пожалуй, и закончу свои разглагольствования. Сейчас я вставлю вам в самом начале схему этого узора, если кому-то надо, сохраните. Также, кто не умеет вязать по схеме, мы с вами провяжем раппорт узора вместе, ряд за рядом, петлю за петлей. Вот. Ну и надеюсь, у вас все получится. Если останутся вопросы, задавайте. Итак, давайте сразу приступим к вязанию носков. Значит, я на спице номер 3 набрала 48 петель эластичным способом. Как делать этот набор, я оставлю вам ссылку. Значит, я набрала 48 петель, распределила по 12 петель на спицу, замкнула вязание в круг и связала 15 рядов резинки 1 на 1, где лицевая петля перекрученная. Какую вязать резинку, каким узором, какой длины, это уже на ваше личное усмотрение. Итак, после того, как вы закончили вязать резинку, переходим на спицы номер 3,5. И сейчас уже начинаем сразу, приступаем к вязанию узора. Так как этот носочек у нас будет правым, то узор я предлагаю пустить по правой стороне. Соответственно, в левом носочке по левой стороне. При вязании чулочными спицами я никогда не ставлю маркер начала ряда, потому что здесь вот по этому хвостику, да, от наборного края всегда можно легко определить, где у нас первая спица. То есть вот это у нас спица номер 1, 2, это верх как бы носка, и 3, 4 это у нас задняя часть носка. Так, значит, для удобства я предлагаю переместить петли нашего рисунка все на одну спицу. То есть сейчас у нас на спицах поровну, да, по 12 петель. Так как у нас узор составляет 11 петель, плюс еще я хочу по 2 петли изнаночных, таких по изнаночной дорожке с каждой стороны от узора пустить, ну, как бы, чтобы
больше выделялся как бы узор, да. То есть, соответственно, на все эти манипуляции нам нужно 15 петель. Сейчас у нас здесь их 12, то есть давайте со второй спицы на первую перекинем просто-напросто 3 петли. Да, то есть теперь у нас получается на первой спице 15, на второй спице 9 и на нижних спицах по 12 петель, как и должно быть. И теперь мы приступаем к вязанию носка и к вязанию нашего узора. Значит, я вам буду показывать только вязание вот этой вот первой спицы, потому что вторая, третья, четвертая вяжутся просто лицевыми петлями, да? Мы не будем тратить на это время. Также я вам буду показывать только нечетные ряды, первый, третий, пятый и так далее, потому что все четные, второй, четвертый, шестой вяжутся также просто лицевыми петлями, но вот эти вот дорожки из изнаночных, которые у нас будут, да, они вяжутся изнаночными. То есть, грубо говоря, как обычно говорят, вяжем все четные ряды, вяжем по рисунку. Значит, приступим. Первый ряд. 2 изнаночные. Так. 3 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот для этого мне нужно, например, вот эту изнаночную перевернуть. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше 3 лицевые. 1 накид обычный. Лицевая. Опять накид. И 2 вместе с наклоном теперь влево. Так, вот для этого мне еще одну петлю надо перевернуть. Так, вот 2 вместе с наклоном влево. И в конце последние 2, то есть первые 2 и последние 2 мы провязываем всегда изнаночными. Так, первый ряд узора у нас связан. Значит, вторая, третья, четвертая спица лицевыми. И также второй круг мы вяжем по рисунку. Встречаемся в третьем ряду. Третий ряд. Третий ряд, первая наша спица. Итак, первые 2 петли изнаночные. Дальше 2 лицевые. И дальше 2 вместе, лицевой с наклоном вправо. 4 лицевые, 1 накид, лицевая, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вот тут вот надо мне лично перевернуть петли. И 2 изнаночные. Третий ряд готов. Встречаемся с вами в пятом ряду. Пятый ряд. 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 5 лицевых, 1 накид, лицевая, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. И 2 изнаночные. Встречаемся с вами в седьмом ряду. Седьмой ряд. 2 изнаночные. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 6 лицевых,
накид, лицевая, накид и 2 вместе с наклоном влево. И 2 изнаночные. Один колосок у нас готов с левой стороны. Дальше с 9 ряда мы с вами приступим к вязанию колоска вот здесь вот. Встречаемся в 9 ряду. 9 ряд, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, ну и 2 изнаночные. Встречаемся в 11 ряду. 11 ряд, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 4 лицевых, 2 вместе, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, ну и 2 изнаночные. Вот уже как получается. Встречаемся в 13 ряду. 13 ряд нашего узора, нашего раппорта. Да, раппорт здесь длинный. Значит, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 5 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая и 2 изнаночные. И встречаемся с вами в 15 ряду. И 15 ряд. 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 6 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 2 изнаночные. И 16 ряд провязываем по рисунку. Итак, 16 рядов нашего раппорта, раппорта нашего узора у нас готовы. Вот как это у вас должно выглядеть, если вы все сделали правильно. Дальше просто все повторяем с первого ряда. Я дальше не буду заострять внимание на вязании узора. Дальше я буду просто показывать, как вязать носки. Итак, это, как я понимаю, по-русски называется поголенок, да, то есть верхняя часть носка, которая до пятки. Ее вы, конечно же, можете тоже вязать той длины, которая вам нравится. Возможно, вам больше нравятся вот такие короткие носки, да, кому-то нравятся длинные. В общем, я свяжу еще один полный раппорт этого узора. И тогда я приступлю к вязанию пятки. Вы же, повторюсь, вяжите такой высоты, какой хотите вы. Но я бы рекомендовала, ну, хотя это тоже не очень-то важно, но чтобы, например, вот один лепесток, то есть половину раппорта узора в высоту, все-таки связать. Вот. Ну, лично я, да, буду вязать целый раппорт, то есть еще 16 рядов с этим вот узором.
Встретимся с вами, когда уже приступим к вязанию пятки. Итак, я провязала еще один раппорт нашего узора. И теперь высота моего поголенка, такое странное название, 15 сантиметров. Так, на этом этапе я начинаю вязать пятку. То есть вот эти вот верхние две спицы, петли вернее, верхних двух спиц, сейчас мы не трогаем и работаем только с петлями, которые на нижних двух спицах, лицевые, да. Значит, для удобства я вам рекомендую эти петли перенести на одну спицу, то есть 24 петли у нас будет пятка. Итак, сейчас нам нужно для начала связать стенку нашей пятки. Как я вяжу ее? Ее можно связать лицевыми петлями, изнаночными, рисом, там я не знаю, чем еще. Также для износа стойкости можно добавить туда какую-то нейлоновую тонкую нить, но у меня ничего такого нету, поэтому будем обходиться как есть. Итак, как я буду вязать стенку пятки? Значит, первая петля кромочная, то есть сейчас мы будем вязать обратно поворотными рядами, не по кругу, да? Вот эти две спицы мы не трогаем вообще. Итак, значит, лицевой ряд, первый ряд, кромочную снимаю, дальше лицевая, и дальше я петлю снимаю, не провязывая нить перед работой. Так, опять лицевая провязываю и петлю снимаю, не провязывая нить перед работой. И так вяжу до конца. Лицевой ряд, лицевая сняла, следите, да, там весь смысл вот в этой нити перед работой, она как бы даст такую, ну я не скажу, что грубость, но будет поплотнее стенка пятки вот именно за счет вот этой вот нити, которая у нас перед работой. Итак, чередуем, лицевая сняла, не провязывая, лицевая сняла, не провязывая. И вот последнюю я сняла, предпоследнюю петлю сняла нить перед работой. И последняя, так как это кромочная, да, провязываем изнаночной. Все, первый наш ряд готов. Второй ряд нашей стенки пятки мы вяжем просто все петли изнаночными. Кромочные кромочные провязываем, как обычно, да, первую снимаем. Последняя кромочная изнаночной. И вот, значит, второй изнаночный ряд, все петли просто изнаночными. И вот, чередуя эти два ряда, да, лицевой и изнаночный, мы вяжем стенку пятки до конца, и она будет у нас составлять 20 рядов, то есть два ряда мы уже связали, еще 18 рядов. И потом мы будем вязать с вами вместе закругление нашей пятки. Итак, продолжаем вязать нашу пятку. В общем, стенку пятки мы связали 20 рядов, с моей плотностью вязания это почти 7 сантиметров. Посмотрите, как с изнанки этот узор хорошо смотрится, да? Такими узелками. Так вот, теперь мы начинаем вязать просто лицевой гладью. Если вы используете нить для укрепления, то продолжайте ее использовать до самого окончания, когда пятка будет готова. Так, значит, начинаем вязать закругление. У нас здесь 24 петли, 24 мы делим на 3, это будет 8, соответственно, ну, как бы визуально можно, конечно, и прям разделить по 8 петель на каждую спицу, но это жутко неудобно, поэтому будем вязать так. Значит,
Вяжем 8 лицевых, это как бы первая часть, от первую снимаем, это раз, да, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, это наша первая часть. Дальше вяжем 7 петель второй части. И значит последнюю петлю средней части, то есть восьмую, и первую петлю, получается, третьей части мы провязываем вместе за заднюю стенку. То есть давайте я еще расскажу: 8 петель, потом 7 петель и потом 2 вместе лицевой за заднюю стенку. И подтягиваем, чтобы не было никаких дырочек. Разворачиваемся. Первую петлю снимаем. Дальше 6 изнаночных. И 2 вместе изнаночной. И подтягиваем, разворачиваемся, первую снимаем, дальше 6 лицевых, и 2 вот это и вот это, 2 вместе лицевой. Подтягиваем, разворачиваемся, первую снимаем, 6 изнаночных, и вот эту, и вот эту, 2 вместе изнаночной. И хорошенько подтягиваем, разворачиваемся, и вот так мы продолжаем с вами вязать, пока на спицах у нас не останется вот эти вот центральные 8 петель, то есть вот эти все, которые вот эти вот по бокам, они свяжутся, да, и останутся только вот эти центральные 8 петель. И вот что у нас получилось: осталось 8 петель. И если вы все делали, как я показывала, то вот по бокам получились вот такие аккуратные косички. Да? И для этого нужно было подтягивать петли, как я говорила, чтобы вот в этих местах не было дырок. Это самый простой способ вязания пятки, который, наверное, может быть. Так, теперь нам с вами нужно вот так вот. Носочек наш выглядит сейчас. Теперь нам нужно опять вязание замкнуть в круг, чтобы вязать стопу, то есть нашу ногу непосредственно. Так, как мы это делаем? Значит, вяжем, первую петлю снимаем, вяжем пятку, петли пятки, вот эти 8, что осталось у нас на спице. Так, и теперь вот на эту же спицу начинаем набирать петли. Набираем аккуратно, также желательно, чтобы у нас не было дырок, да, то есть вот ищите куда-нибудь такое место, чтобы дырочки не образовывались. И вот тут вот пойдем набирать по нашим кромочным петлям. Вот видите, я из кромочных, когда мы стенку пятки вязали, мы же там первую снимали, последнюю изнаночной, и вот по ним и набираем
петли на спицу. Аккуратно, главное, да, чтобы не было дырочек вот на этом моменте. Так, сейчас я посчитаю, сколько у меня получилось петель. Итак, я набрала 12 петель. Теперь берем спицу и начинаем тут. Тут мы берем в работу наши верхние две спицы, которые отдыхали, да, и где у нас находится наш узор. И тут теперь продолжаем вязать узор. Да? Ну, вспоминаем, надеюсь, у вас где-то записано, или вы так увидите, на каком ряду узора вы закончили этот момент, да, и теперь продолжаем вязать. Вот вяжем наши две верхние спицы. Итак, вот эти верхние провязали наши спицы. И теперь здесь, вот по этому боку, нам также, но я, раз я с той стороны набрала 12 петель, значит, и здесь мне надо аккуратненько поднять 12 петель. Вот, для этого я беру спицу свободную. Вот у меня здесь, да, рабочая нить. И вот сразу откуда-нибудь вот ищу хорошее местечко, где бы поднять петли. И вот так вот начинаю набирать их на спицу. 12 петель набрано. И теперь здесь у нас вот на следующей спице у нас, помимо 12 набранных петель, у нас еще находится 8 петель нашей пятки. И теперь мы их просто разделим пополам. Вот у нас 8 петель, значит, 4 петли мы перенесем, ну как перенесем, мы просто провяжем дальше. Вот мы набрали 12 петель и продолжаем вязать, вяжем 4 петли с пятки. И все, теперь у нас поровну на наших нижних спицах поровну по 16 петель, да? И у нас в работе снова 5 спиц. Так, теперь, значит, на верхних двух у нас по 12, да, петель спицах, а на нижних по 16, соответственно, по 4 петли вот здесь и вот здесь лишние. Их мы будем убавлять вот в этом месте. Как мы их будем убавлять, я покажу. Так, вот это вот у нас начало ряда. Вот это вот спица первая, это вторая, третья, четвертая. Так, сейчас я предлагаю связать один целый круговой ряд, чтобы закрепить вот эти петли, которые мы набрали. То есть встречаемся с вами через один целый ряд на вот здесь, на четвертой спице. Итак, провязали, да, мы один круг всего, не забывая вязать, естественно, узор. И теперь мы начнем убавлять вот здесь вот петли. Вот видите, получится вот такая дорожка. Так, начнем мы с правой стороны убавки. Значит, вяжем просто лицевыми, не довязывая, 3 петли до конца. Вот, 3 петли до конца. И теперь мы делаем убавку 2 вместе с наклоном вправо. Подтягиваем и 1 лицевая. Дальше верхние 2 спицы вяжем, как обычно, по рисунку. И третья спица, здесь тоже делаем убавку. Так.
Значит, первую лицевую провязываем, и следующие две лицевые провязываем 2 вместе с наклоном влево. Подтягиваем. И дальше лицевыми. Вот мы сделали первый ряд с убавками. И следующий ряд мы вяжем просто лицевыми, без убавок, но первая, вторая спица там узор, вернее, на первой спице, да, конкретно узор. Вот. А все остальное вяжем просто лицевыми петлями. Так, следующий ряд. Опять мы на этих спицах номер 3 и 4 делаем убавки. То есть на четвертую спицу вяжем, не довязывая 3 петли до конца спицы. Так. И провязываем 2 вместе с наклоном вправо и 1 лицевая. Дальше первую, вторую спицы вяжем по рисунку. И на третьей спице мы делаем снова убавку. Значит, провязываем первую петлю, провязываем лицевой, и следующие 2 вяжем 2 вместе с наклоном влево. Вот мне для этого нужно петли перевернуть и подтягиваем. Так, итак, следующий ряд мы вяжем просто без убавок. И таким образом, чередуя ряды с убавками и ряд с убавками и ряд без убавок, мы вяжем до тех пор, пока на третьей и на четвертой спице у нас не останется по 12 петель. Вот. Итак, у нас на спицах снова 48 петель, с чего мы и начинали, да, вязание нашего носка. У меня тут произошло ЧП, и одна спица решила выйти из работы. Да, вот не люблю я деревянные спицы. Так, значит, что я хотела еще, на что обратить на ваше внимание. Вот эта вот сторона, дорожка, да, где мы провязывали 2 вместе с наклоном вправо. Вам она может показаться такой вот симпатичной, ровной, да, практически незаметной. И если вы посмотрите на дорожку, где мы провязывали 2 вместе с наклоном влево, она вам может показаться вот такой вот неаккуратной и как будто как лесенка. Без паники, это очень легко можно исправить. Просто вот эта петля, вот эта петля, это то, что мы провязывали 2 вместе. И вот эта петля 2 вместе и 2 вместе, да? А вот это между ними, это то, что мы вязали ряд без убавок. И вот мы берем эту петлю и просто подтягиваем. И вот эти вот петли из ряда, который без убавок, просто вот подтягиваем. И вот вам ровная дорожка без каких-либо лесенок. Вот. Дальше у нас все 48 петель. На первой спице мы вяжем, продолжаем вязать наш узор, остальные спицы мы вяжем просто лицевыми петлями. Ниточка, да, вот как мы закончили вязать пятку, нитка, которой кто-либо из вас, если укреплял пятку, здесь мы ее обрываем и закрепляем. Дальше мы вяжем просто без нее. И вот так вот мы вяжем по кругу уже до момента, когда нам нужно закрывать наш мысок. Это могут быть, да, разные размеры. У нас с вами могут быть разные размеры ног. У меня размер 47 и 14 сантиметров. Вот от
того, как мы закончили вязать пятку, и до того момента, как мы начнем делать убавки на мысок, 14 сантиметров. Но это, конечно, если вы вяжете носочки себе или своим домашним, да, это просто надо примерить и закончить вязание на том моменте. В общем, примеряйте, и как дойдете до место, где начинают расти пальцы на ноге, основание пальцев, не знаю, как это место называется, ну да, наверное, основание пальцев, вот там вот останавливайтесь, и там мы начнем с вами, так, это мой готовый левый носок, и вот там мы начнем с вами закрывать наш мысок. Вот, скоро увидимся. Итак, мы с вами довязали до мыска, до момента, где начнется наш мысок. В моем случае вот от пятки, вот где мы набирали петли, да, я провязала 14 сантиметров. Вы примеряйте на вашу ногу или на ваш там размер, да. Так. Значит, начинаем делать убавки. Теперь для начала нам нужно вот эти вот три петли, которые мы в самом начале нашего вязания со второй спицы мы перенесли на первую для вязания узора, да? Теперь мы вот эти вот петли, три петли, вернем обратно на вторую спицу, чтобы нам не запутаться, и теперь у нас равное количество наших петель везде, на всех спицах. Теперь мысок я рекомендую вязать просто лицевыми петлями, потому что там уже не нужны никакие узоры. Вот я довязала полностью, у меня получилось, да, довязать раппорт, и теперь я начну, и вот эти вот изнаночные дорожки, да, я тоже буду провязывать лицевыми, чтобы это все смотрелось гармонично. Итак, четвертая спица, не довязываем 3 петли до конца. Так, я довязала просто, чтобы не потерять их. В общем, не довязываем 3 петли до конца и делаем следующим образом: 2 лицевые вместе с наклоном вправо мы провязываем. Одна лицевая . Так, первая спица, переходим на первую спицу, лицевая, первая петля лицевая, и дальше 2 вместе, лицевой с наклоном влево. Я вот перевернула. Так. Убавки для мыска, вот для этого варианта мыска конкретно, да, мы будем делать по бокам нашей ножки, по бокам. Поэтому теперь мы вяжем петли первой спицы просто лицевыми до конца. И петли второй спицы мы вяжем лицевыми, не довязывая 3 петли до конца второй спицы. Итак, не довязали 3 петли до конца второй спицы, провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Так, лицевая. Переходим на третью спицу. Так, у нас начался очень сильный дождь. Я очень надеюсь, что шум не будет мешать нам. Так, третья спица, первая петля просто лицевая, и вторую и третью мы провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево. Все.
все. Дальше мы это круг был, первый круг, да, у нас был с убавками. Дальше второй круг мы вяжем без убавок, просто лицевыми. Все спицы, все петли на всех спицах. Так, третий ряд нашего мыска, третий ряд мы вяжем с убавками. То есть мы опять сейчас находимся на четвертой спице, мы не довязали 3 петли до конца. И тут мы делаем все то же самое, как в первом ряду. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая. Дальше первая спица, лицевая. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вяжем лицевыми вот петли первой спицы. И петли второй спицы, да, и не довязываем 3 петли до конца второй спицы. Здесь 2 вместе лицевой. Так, у меня, извините, не очень острые кончики, поэтому неудобно. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая. Дальше третья спица, лицевая, 2 вместе с наклоном влево. Все, третий ряд с убавками закончили, четвертый ряд вяжем без убавок, просто лицевыми. И таким образом мы вяжем, чередуя вот эти два ряда с убавками, без убавок, пока на наших спицах не останется по 6 петель. То есть на каждой нашей спице пока не останется по 6 петель. Итак, у нас теперь на каждой спице по 6 петель. И теперь, чтобы наш мысок был, сейчас я покажу, вот такой вот круглый, но полукруглый, я предлагаю делать точно такие же убавки, но уже в каждом ряду. То есть не через ряд, да, как мы сейчас вязали ряд с убавкой, ряд с убавками, ряд без убавок, а теперь мы убавляем в каждом ряду. Тут уже запутаться трудно, просто по бокам постоянно делаем убавки. Да. Вот это четвертая спица, значит, 2 вместе с наклоном вправо, лицевая. Теперь у нас первая спица, значит, лицевая, 2 вместе с наклоном влево. И так мы вяжем, в каждом ряду убавляя, пока у нас не останется по одной петле на каждой спице. Итак, у нас на спицах по одной петле на каждой спице. Я, конечно, так никогда не делаю. Ну, вот так вот не оставляю прям спицы болтаться. Это просто, ну, чтобы наглядно всем было понятно, да? Дальше, когда у нас осталось вот 4 петли, мы обрезаем нить. Берем иголку или крючок. Советую все-таки завести иголку с широким кончиком, потому что это гораздо удобнее. И петли закрывать иглой, да, и макушки шапок и так далее. Так, и просто вот мы обрезали нить, взяли иглу, и просто нам нужно эти 4 петли стянуть нашей ниткой. Вот одеваем по очереди петли. И стягиваем. Мне нужно стягивать очень аккуратно, потому что у меня 100% тоненькая шерсть, которая очень нежная, ее порвать легко. Если вы вяжете из нормальной носочной пряжи с нейлоном в составе, то вам легче, конечно. Затем стягиваем, да,
И выводим эту нить наизнанку, где мы ее закрепляем и прячем. Дальше мы прячем вот этот наш кончик. И на этом наш правый носок готов. Итак, наш правый носок готов. Это он так корявенько выглядит до ВТО. И я уже связала, а вы приступаете к вязанию левого носка. Вяжем все точно так же, только узор вот в этом носке мы вязали на первой спице, чтобы узор был справа, а на левом носке, соответственно, мы вяжем на второй спице, чтобы он получился слева. То есть здесь мы со второй спицы мы как бы одолжили на первую спицу 3 петли, да, чтобы для нашего узора получилось 15 петель. А здесь мы делаем наоборот, то есть с первой спицы мы переснимаем на вторую 3 петли для того, чтобы сформировать наш узор. Вот и все. Надеюсь, что у вас получились отличные, симпатичные носки для себя или в подарок. После того, как вы свяжете второй носок, вот видите, вот один носок, он даже до ВТО находился на блокаторе. То есть я его не стирала еще. И уже он формы совершенно другой, нежели вот тот, который был без блокатора. То есть, вот, ну, это к слову о том, зачем нужны блокаторы для носков. Для красоты. Вот. Потом мы делаем ВТО, сушим и наслаждаемся осенними вечерами теплыми носочками. Если у вас остались какие-то вопросы, конечно же, спрашивайте. Внизу под видео я всегда оставляю ссылку на мой Instagram. Если у вас срочный конкретный вопрос, да, то обязательно пишите мне в Инстаграме в директ, там я отвечу вам в течение дня обязательно. На этом все. До встречи в моих следующих мастер-классах. Всем пока-пока!